Если на этой парковке ты найдешь мою машину, я исполню любое твое желание. Ну... Гусейн Гасанов – известный блогер, певец и бизнесмен, основатель собственной линии одежды и владелец сети ресторанов в России. Хотя парень и не мечтал о такой карьере, он полюбился многим зрителям, и сейчас число его подписчиков почти достигло 21 миллион. Сегодня мы расскажем, как живет и сколько зарабатывает Гусейн Гасанов. Основной доход блогер получает от рекламных контрактов, ресторанного бизнеса, своего собственного бренда одежды и появлений на телешоу. За рекламу в Инстаграме Гасанова вам придется заплатить 1 миллион рублей. Сторис будут немного дешевле, около 300 тысяч рублей. Доход приносит ему и канал на YouTube, на который подписано почти 1,5 миллиона человек. Его онлайн-магазин одежды GG приносит более 400 тысяч рублей в месяц. В итоге в 2021 году состояние Гусейна Гасанова оценивается в более 50 миллионов рублей, позволяя ему занять высшие позиции в рейтинге самых знаменитых известных личностей России. Однако не стоит забывать, что и траты у блогера соответствующие. Каждый месяц он тратит баснословные суммы на обслуживание своих автомобилей, новую одежду, собственные рестораны, создание дизайнерских вещей, видео и многого другого. Известно, что в этом году Гусейн купил квартиру в центре Москвы. За 130 квадратных метров блогер отдал более 70 миллионов рублей. Кроме того, ремонт обошелся в кругленькую сумму. Квартира очень просторная и уютная, в интерьере преобладают серый, черный и белые цвета. Тут есть готовые потолки со светильниками и мини-люстрами, два санузла, а также барная стойка и кухня со шкафами, холодильником, посудомоечной машиной и сантехникой. Для удобства жителей дома тут есть личная парковка, зимний бассейн, спортзал и многое другое. Звезда заботится не только о своем комфорте, но и не забывает про самого главного человека в своей жизни – маму. Во время одной из своих поездок в Турцию блогер сообщил подписчикам, что купил тут квартиру в подарок маме на день рождения. Хотя женщина уже получала дорогие подарки от сына, в этот раз она не смогла сдержать слез. Долгое время сердце красавца было свободно. Он всегда говорил, что мечтает создать свое семейное гнездышко вместе с женщиной, которую любит, и растить с ней детей. В 2018 году стало известно, что Гусейн встречается с девушкой по имени Ника Мариана. Они часто появлялись на публике вместе, выставляли совместные фото в социальные сети и даже планировали пожениться. Вскоре молодой человек действительно сделал девушке предложение, но потом сам же и разорвал помолвку. Такое решение стало настоящим ударом для его невесты. В 2021 году блогер представил общественности свою новую избранницу – Дарью Савину. Гасанов не раз признавался, что очень любит девушку и мечтает иметь от нее детей. Но счастье блогера продлилось недолго, ведь они расстались после 2 месяцев отношений. Он никогда не чувствовал недостаток женского внимания, но на сегодняшний момент неизвестно, есть ли у Гасанова девушка. Автопарк звезды насчитывает около 5 автомобилей. Наиболее бюджетные из них – это Toyota Alphard и Mercedes-Benz S-класса W222, стартовая цена которых около 70 тысяч долларов. Блогер также иногда появляется на Land Cruiser, на котором установлены блатные номера. Их цена зачастую превышает стоимость самого автомобиля, и, по слухам, знаменитость отдал за них более 150 тысяч долларов. У парня также можно найти красный Гелендваген G63 за 240 тысяч долларов и Lamborghini Aventador за 320 тысяч долларов. Совсем недавно блогер приобрел Lamborghini Urus, не забыв поделиться радостным событием в своем блоге. Счастливый обладатель машины сказал, что это была любовь с первого взгляда. Цена такой малышки варьируется от 380 до 500 тысяч долларов. Кто бы мог подумать, но в начале своего творческого пути Гусейн Гасанов работал на обычной работе простым продавцом в магазине. Именно тогда он стал зарабатывать свои первые деньги – всего лишь 15 тысяч рублей в месяц. Магазин находился на первом этаже дома, где он жил, поэтому было легко совмещать работу с учебой в университете. А работал он тогда, кстати, как раз по специальности. Дело в том, что после выпуска со школы будущий блогер поступил в Санкт-Петербург на факультет предпринимательства и финансов. Выбрал он такой путь не случайно. Туда поступала девушка, которая ему очень нравилась. Как шутить?
Хотет Гасанов, в университет его привела любовь, а не жажда к знаниям. Во времена учебы он был достаточно активным студентом, так как играл в местном КВН и даже был капитаном команды. Хотя с чувством юмора у парня все было отлично, он никогда не думал о блогерстве как о будущей профессии. Однажды его друг-блогер попросил его принять участие в одной из съемок. Гусейн не смог отказать и поэтому согласился. Появившись в видео на пару минут, он моментально привлек внимание зрителей, особенно девушек. Все начали интересоваться симпатичным парнем, и он решил попробовать завести свой блог. А почему бы и нет? Просто ради забавы можно и попробовать. С 2015 года он начинает постить короткие смешные вайны, выкладывая их в свой Инстаграм. Со временем число подписчиков начинает расти, ему предлагают все больше и больше рекламных контрактов, и Гасанов решает остаться в этой сфере навсегда. Сейчас у блогера многомиллионный блог, над которым работает целая команда специалистов. Он никогда не скрывал, что его работа онлайн приносит хорошие деньги. Однако только на блогерстве он не остановился. Недавно он попробовал свои силы в дизайне одежды, создав свою линию мужских костюмов. Парень часто жаловался, что даже при всем разнообразии моделей, ему бывает очень сложно найти для себя что-то подходящее. Поэтому он решил создать то, что с удовольствием носил бы сам. Разрабатывая эскизы, блогер ориентировался на свое видение и предпочтение. Но в первые же минуты предпродаж практически все костюмы были распроданы. Коллекция была названа в честь создателя, это две английские буквы GG, образованные от имени и фамилии звезды. Получив такую поддержку от подписчиков, Гасанов даже задумался об открытии своего магазина в Москве. Не секрет, что основным направлением блогера являются пранки. Но однажды такая выходка закончилась разбирательствами с полицией. В начале 2018 года Гусейн в шутку сказал подписчикам, что идет грабить банк. Неожиданно на место съемки приехала полиция, сообщив парню, что им поступил сигнал о том, что якобы в один из московских банков ворвались люди в масках. Хотя это все была постановка, знаменитости все же пришлось написать объяснительную. Блогер часто появляется на телевизионных программах, участвует в проектах своих коллег и даже принимает участие в съемках видеоклипов звезд российской эстрады. Он был гостем Андрея Малахова на шоу «Пусть говорят», работал со Стешей Маликовой, Анной Семенович и Клавой Кокой. Жертвами его пранков становились Катя Варнава, Марьяна Ро, Афоня, Сергей Дружко и даже его близкие. Несмотря на свой медийный образ, Гусейн Гасанов является сторонником саморазвития и здорового образа жизни. Он очень негативно отзывается о вредных привычках, читает Стивена Кинга и часто рекомендует фанатам интересные фильмы или книги в сторис. Кроме того, парень хорош в языках, так как знает английский и французский, которые учил с детства. Известно, что ресторанный бизнес достался блогеру от отца. Сейчас он владеет сетью ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге. И кажется, бизнес идет очень хорошо. На открытие недавнего заведения собрались десятки тысяч людей. Гасанов общался, фотографировался с ними и даже сам обслуживал своих гостей. Знаменитость не планирует останавливаться на достигнутом. И в скором времени планирует открыть службу доставки цветов и бар. Но давайте немного вернемся в прошлое и узнаем, как же жил Гусейн до того, как стать знаменитым. Он родился 5 июня 1994 года в пригороде Санкт-Петербурга. Его отец, азербайджанец, в свое время служил в армии России, а после службы решил не возвращаться домой. Тут он открыл небольшое кафе, которое со временем перешло его сыну. Мальчик рос активным ребенком, любил музыку и с детства демонстрировал талант к актерству. Однако его настоящей мечтой было открыть свой ресторан с необычным меню, уникальным интерьером и хорошо оборудованной кухней. Знал бы он, что его мечта не только сбудется, но и подарит возможность попробовать себя в разных сферах деятельности. Дальше его историю мы с вами уже знаем. После выпуска с университета парень совершенно случайно стал блогером, но добился успеха, о котором многим его коллегам остается только мечтать. Сейчас он является одним из самых богатых и узнаваемых инфлюенсеров России. Его любят и смотрят миллионы людей каждый день, что подтверждает его просмотрами и успешностью бизнеса. Для него не составляет труда подарить родственникам и подписчикам машину или квартиру, и он продолжает развиваться в сферах, которые ему интересны. Вот и все на сегодня. А как вы относитесь к Гусейну Гасанову? Делитесь в комментариях.